это мотоцикл фирмы Индиан, спортивный, для трековых гонок по деревянному треку. Он имеет двигатель объемом 1000 кубов, 8-клапанный спортивный двигатель. Сделан в 2015 году по всему миру на аукционе eBay. Мы покупали для него детали в течение 3 лет. И, собственно, потихонечку реставрировали. Следующий мотоцикл, опять же, Индиан. Это 1911 год, одноцилиндровый 500-кубовый двигатель. Интересен тем, что на нем стоит оригинальный карбюратор системы Оскара Хестрома, которых в мире почти не осталось. Вот. Это обычный мотоцикл для езды. У него оригинальная рессорная подвеска и передняя, и задняя, что, в общем, довольно прогрессивно для тех лет. Ну и вот совсем недавно мы купили оригинальную камеру для него. Система фирмы «Треугольник», которая никогда не стояла на мотоцикле. Но вот теперь мы ее прибили к нашему экспонату. Эта комплектация называется Adventure. Он оснащен дополнительной защитой. Также дополнительные фары есть, защита ручек и задние кофры алюминиевые. Мотоцикл является вездеходом в мире мотоциклов. Имеет бак 35 литров и запас хода порядка 700 километров на одном бензобаке. А это очень прилично для мотоцикла. Наш клуб «Вервольф» представляет американские мотоциклы на этой выставке замечательной. Такие как «Харлей Дэвидсон», «Биг Дог». Вот, за моей спиной целая линейка их, начиная от класса «Туринг», «Софтейл», «Дайна» и так далее. Американская фирма «Биг Дог». Вот рядом со мной стоит замечательный мотоцикл «Биг Дог Мастиф». Объемом почти 2 литра, мощностью 134 лошадиных силы. Вот, это эксклюзивная техника, которой пользуются люди, которые эстетически так подкованы. Вот, он, конечно, не для дальних поездок, для поездок по городу в основном. Вот, но это такой пафосный имиджевый мотоцикл. За моей спиной мотоцикл производства нью-йоркской фирмы Orange Country Choppers. Вот, называется он «Черная вдова». Стилизованный под, паучья тема такая. Паутина, пауки там и так далее. Это мотоцикл ручной сборки, он, соответственно, очень дорогой. Все мы смотрим канал Discovery, как такие мотоциклы люди собирают вручную. Остальная техника тоже, соответственно, заслуживает внимания, но она менее интересная, потому что она серийная. Их производят на заводе. Вот, штат Милуоки, Соединенные Штаты Америки. Я сам человек военный, и техника у меня военная. Отличается мотоцикл тем, что, в отличие от конкурентов, тут используется родной апатитный ураловский двигатель, а не V-образный V-twin, как используется у конкурентов. Дальше, что бросается вам в глаза? Это глушитель, который смотрит, находится напротив движения. И когда ездишь, то пламя где-то на полметра вперед выстреливает вперед. Так, дальше мы видим тут пушку, ракету, патроны всяческие разного калибра. Еще из военного арсенала имеются тумблеры авиационные. Что еще? Тормоза, использованные тормоза от БТР. Система такая же стоит. Ну что еще могу сказать по поводу мотоцикла? Оригинальный, отличается тем, что больше уклон сделан, конечно, на
военную тематику, потому что это, я даже не могу сказать, это над мотоциклом. Больше он напоминает смесь вертолета с самолетом.